Там что-то есть или это? О, боже. Это маленькая Мария или маленький Владислав? Или кто-то еще маленький? Ну тогда это твой. Не мой. Ты что-то знаешь, а я чего-то не знаю. В принципе, логично. Нептун. А что это за пупс? А, ты в положении. Вот это поворот! Ну тогда начали еще! Идиотка! Ты в этой комнате отупел. Я поздравляю! Поразительно. Ты так долго это скрывала. Боже, не плачь. Я тебя поздравляю. Травма опасная. Травма опасная. И шея мне нельзя резкие движения делать. Хорошо. Подожди, закрывай глаза. Только не подглядывай. Ну. Открывай. Что? Серьезно? Объяснить этот факт действительно невозможно. Вот тогда. Серьезно? Я же угадала. Офигеть. Я в шоке. Я буду плакать. Я тоже хочу шоколад. Чай расстегну и будет нормально. Ну нахер. Я выпьем. Сложна. Непонятно. Бро. Нет. Бро, это что значит? Искушение. Что же будет дальше? Раздеваюсь. Серьезно, класс. Поздравляю. Спасибо. Я не понимаю, нахуй! Я не понимаю этого! Серьезно? Это не точно. Теперь самое интересное. О, дышли. Что за пупс? Так. Леопардовый пупс, это что? Реально? Чё, умеете? Могёте просто.